senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Всем добрый день. Меня растрогали аплодисменты, которые вы подарили нашим гостям, поэтому сразу представлю их, благодарим и сердечно приветствуем отца Мауро Лепори и Паоло Моренко. Это третья встреча из цикла встреч, который митинг в этом году решил посвятить примерам неисчерпаемой дружбы. Среди героев этих встреч Пини Плизи, Дороти Дэй, Дон Лоренцо Милани и Такаси Мидори Нагай. Мы хотим познакомиться с ними получше, чтобы они стали спутниками в нашей жизни, потому что они свидетельствуют, что когда ты позволяешь бесконечной дружбе порождать тебя, жизнь становится невероятно плодотворной и служит каждому человеку и всему обществу. Позвольте мне очень коротко представить для тех, кто впервые слышит об этих двух свидетелях, познакомить с их историей, которая становится известной в Италии благодаря переводческой работе Габриэле Ди Комете и благодаря культурному распространению знаний об этой паре, которую ведет Паоло Моренко. Они являются президентом и вице-президентом комитета друзей Такаси Мидори Нагай. Митинг весьма способствовал знакомству, широкому знакомству с этими супругами. В 2019 году на митинге была организована выставка Такаси Паоло Нагай «Благая весть из Нагасаки» о жизни этого радиолога до и после взрыва ядерной бомбы в Нагасаки на земле с 400-летней историей христианства, мучеников и свидетелей. В период локдауна очень многие в приходах, в школах в Италии приглашали кураторов выставки по Zoom рассказывать о жизни Такаси Нагай. И это были моменты надежды для многих людей. Затем последовала встреча с епископом Нагасаки, который узнал о существовании комитета друзей Такаси Мидори Нагай, и он с радостью воспринял эту новость, как будто он ждал их, и он признал, что они играют ведущую роль в процессе беатификации двух супругов. Затем последовало паломничество, организованное христианской Россией, паломничество в Японию, в ходе которого участники посещали буддийские храмы, а также места, связанные с жизнью Нагая. Кроме того, были изданы различные книги, его биография, дневник последних лет, письма детям, которые только вышла эта книга. Вступительные статьи к этим книгам писали отец Мауро Лепори, Массимо Камизаска, Анджело Скола. И
в частности, в эти годы мы лучше знакомились с фигурами Дори, с ее молчаливым присутствием и полным посвящением своей жизни мужу. Это невероятная женщина, она родилась в католической семье, которая приняла Такаси, когда он был молодым врачом, и начал присматриваться к христианским общинам. Она была матерью, учительницей. Она занималась самыми различными делами, вплоть до помощи раненым во время войны. Передам слово Паулу Маренко, который расскажет о самых ключевых моментах жизни наших двух свидетелей. Спасибо, прежде всего, спасибо митингу и отцу Лепоре за неисчерпаемую уже теперь дружбу с нашими двумя супругами Нагаи. Когда я услышала название митинга этого года, я подумала, что просто необходимо поделиться некоторыми вещами о дружбе этих двух супругов. Я расскажу только о некоторых моментах жизни, о том, что сопровождает меня в моей жизни. Когда Такаси написал за месяц свою автобиографию, которая только что вышла под названием «То, что никогда не умирает». Это был декабрь 1947 года, 2 года спустя после бомбы и после смерти жены. Зачем он это делает? Я уверена, что он хочет с удивлением вернуться к тому, что другой творил в его жизни, к истории неисчерпаемой истинной дружбы, который является завет Создателя с творением. И нужно простое сердце, чтобы признать эту дружбу. Для меня эта автобиография — настоящий вызов. Я думаю, что это вызов для любого человека, который ищет смысл жизни, то есть для каждого из нас. Меня также поразил подзаголовок этой книги. Подзаголовок звучит как «Путь одного человека», но это путь каждого человека. Я бы определила Такаси как человека-реалиста. Он всегда был честен с самим собой и с реальностью. С другой стороны, реальность — это единственное место, где можно встретиться с тайной. Это был человек, ученый, и для него главная характеристика человека — разум. Он крайне важен для него. Адя Джусани говорит, что разум всегда исходит из реальности. Меня всегда поражало, что когда Бог приходит и лично отвечает на крик боли Иова, он не начинает с ним спорить. Он спрашивает, где был ты, когда я творил все? Такаси настолько хорошо использует разум, он настолько распахнут, что он довольно быстро приходит к заключению, что человек не ограничивается тем, что можно доказать с точки зрения науки. Нужен еще взгляд сердца. Он позволяет всему, что происходит, провоцировать его, бросать ему вызов. Он чувствует, что во всем есть какое-то другое присутствие, которое нужно раскрыть. И он всегда проверяет ответы, откуда бы они ни приходили. Поэтому он ощущает своим спутником по жизни ученого Паскаля, который говорит, что последний шаг разума — это признание того, что многие вещи превосходят разум. В завете с творением Бог останавливается на человеческой свободе, хотя и продолжает нас искать, какой бы путь мы ни выбрали. И мне
кажется очень интересным, что Такаси говорит очень много о развилках в жизни, когда все идет не так, как мы запланировали, и жизнь бросает на настоящий вызов. Цитирую. «Бог — это Господь всего, но только воля человека свободна, и в жизни человеческой очень много развилок, перед которыми ум и свобода человека должны решить, пойти направо или налево». Первая развилка в жизни Такаси — это взгляд умирающей матери. Этот взгляд переворачивает его материалистическую позицию. Он понимает, что в жизни есть что-то превосходящее плоть и кровь. И тогда он решает пойти в Ураками, в христианский квартал Нагасаки, в 500 метрах от университета. Там жили христиане, которые очень его раздражали. Каждый раз, когда он слышал колокола Большого собора, они его раздражали. Он хотел проверить, есть ли действительно эта разумность веры в христианах, та разумность веры, которую он ощутил в Паскале. Он узнает их историю, знакомится с ними и видит, как они живут прежде всего, как они помогают друг другу, как они не обозлены, несмотря на все примеры мученичества в их истории. Потом он заболевает менингитом. И его крик обращается, опять же, как при смерти матери, к тому, что остается, не проходит. Он оглох на одно ухо после этой болезни, и это заставило его оставить карьеру врача и заняться исследованиями. И мы можем говорить, глядя на его жизнь, о обращении как профессиональном, так и религиозном. Однажды на рождественской мессе в 1932 году для него случилось своего рода откровение, но это откровение не имело бы силы, если бы не было вокруг него этого облака свидетелей, которых он уже знал. И потом, если бы не было Мидори, женщины удивительной веры, которой хорошо была знакома дружба с большой буквы, дружба с Богом, она становится его спутником по призванию, сначала в обращении, а потом в их браке. Она сопровождала его в каждодневном пути к судьбе. И даже когда ее не станет рядом с ним, она по-прежнему продолжала идти рядом и помогать ему. Он побывал на войне в Маньчжурии и после возвращения попросил о крещении. Он ощущал, что таинства сделали его новой тварью. И он едет на новую войну и потом работает в университете совершенно иначе, не так, как раньше. Он стал христианином. Вопрос о том, что остается навсегда, продолжает в нем гореть. И он понимает, что ответ связан с Богом. Он понимает, что первая потребность в жизни человека связана с вопросом Христа, что даст человек выкуп за себя. Он также говорил, что христианство учит
Любить прежде всего Бога, потом самих себя и потом других. Любить себя — это не эгоизм, это борьба с собственным эгоизмом. У него также в те годы случился анафилактический шок, и он почти умер. Для него это был поворотный момент. Он говорит, если можно умереть в одно мгновение, нужно, чтобы каждое мгновение переживалось, как будто оно последнее. И достаточно того, что нам необходимо, только этого. Знак знаков для него — это нежность Мидори, которая сопровождает его в его повседневной жизни и любит его судьбу. Она утешает его в июне 45-го года, когда узнает о диагнозе лейкемии. Он настолько много работал с рентгеновскими снимками, чтобы помогать больным, что доза облучения стала для него фатальной. Она скажет ему, живем ли или умираем, все ради славы Божией. После взрыва атомной бомбы случается еще одна развилка. Через 3 дня он, наконец, возвращается к руинам дома и находит останки своей жены, обратившейся в пепел, и рядом с ней расплавленный розарий. И он видит, что ничего не осталось из того, ради чего он жил. Не осталось его медали, они все расплавились. Все его исследования сожжены, и жена его мертва. Больница, церковь, его город, все это разрушено. Он решает завершить книгу, свою автобиографию фразой, в которой он говорит, что он услышал голос Иисуса и слова «Горы придут, но мои слова не придут вовек». Эти слова он услышал в момент, когда он молился на коленях на руинах своего дома. И это был самый решающий момент его жизни. Он говорит, «Все сожжено ради того, они могли погибнуть, но жить без смысла нельзя, нужно хвататься за то, что никогда не умирает». И он знает теперь, что то, что никогда не умирает, это жизнь, любимая Богом. Он все потерял, но со своими 2 маленькими детьми в этой пустыне, атомной пустыне, он начинает новую жизнь. Он решает вернуться в Ураками, где помогает всем, кто возвращается из войны, с войны или из тюрьмы, делать то малое благо, которое им доступно. С 48-го года он прикован к постели. И последние годы он проживет в маленькой хижине 2 на 2 метра. Он решает жить именно так. Эту хижину начинает называть Миокодо, первая радость, и достигает невероятной нищеты духа, которую сложно обрести в мире. Это изначальная позиция, которую унаследовал от своей жены. Эта простота позволит ему открыть в себе сердце ребенка, счастливое в любых обстоятельствах, каждый день. Японские аскеты удалялись от мира. Он остается посреди этой атомной пустыни, чтобы жить со своим народом и помогать ему. Я, глядя на него, на эти последние его годы жизни, поняла, что значит «блаженны нищие духом». Он видит под всеми наслоениями мирской суеты присутствие Бога, дар Бога.
Люди искали его, приходили к нему, потому что его лицо говорило о надежде. Все искали его, чтобы вновь обрести радость жизни и надежду на будущее. Насколько это актуально сегодня на Западе, где мы уже не можем напрямую говорить о христианстве, и нужны свидетели и святые, с которыми можно встретиться. Его лицо сияло, потому что было уверено в неисчерпаемой дружбе, потому что он был укоренен в этой позиции ребенка, который входит в любые, даже самые сложные обстоятельства, поскольку рядом есть отец. И сейчас, 70 лет спустя, эта неисчерпаемая дружба продолжает говорить с нами, затрагивает нас настолько, что мы взяли на себя ответственность и начали процесс беатификации. Я никогда не думала, что я дойду до такого в жизни. Спасибо. Спасибо, Паула. Мы продолжим следить за вашей деятельностью, за деятельностью комитета друзей Такаси и Мидори Нагаи. Отец Лепори, просим рассказать больше об этой супружеской дружбе, о призвании этих двух супругов, которые вместе смотрят на судьбу. Спасибо. Жизнь друзей Божиих, или, если хотите, святых, это всегда пророческая жизнь, потому что она воплощает и делает осязаемым то, что Дух Божий желает возвестить миру. Определенной эпохе, определенному историческому времени, в котором человечество, часто потерянное, пытается найти свой путь к благой судьбе. Бесконечное милосердие Господа удивляет нас пророческими знаками, очевидными пророческими знаками, когда мы наиболее потеряны, когда мы пребываем в растерянности трагической и мрачной. Часто человечество забывает о пророческих знаках, когда думает, что трагедия позади. Проходит эта растерянность, находящаяся на поверхности человеческого существования. И мы думаем, что можем жить спокойно, не потому что мы восприняли пророчество, которое разрешало трагедию, но трагедия на самом деле дьявольским способом затронула самые основы общественного культурного тела, и она разрушает это тело. А мы даже не отдаем себе отчета. Когда я прочитал автобиографию Такаси Паулы Нагаи и другие его книги, я прежде всего ощутил растерянность от того, что я являюсь частичкой этого рассеянного, потерянного сердца. Я ощутил эхо этого пророчества, которое прозвучало посреди, пожалуй, самой страшной трагедии, когда зло истребило миллионы людей и разрушило вековую культуру, многовековую культуру, оставив раны, которые до сих пор мучают и умерщвляют целые народы. Нагаи воспринял атомную бомбу в Нагасаки как то, что Бог пожелал, допустил.
Он произнес речь перед кафедральным, разрушенным кафедральным собором Мураками. Он сказал: «Я думаю, что это Бог, его провидение избрало Мураками, чтобы бомба упала именно на наши дома. Разве не существует глубокого отношения между уничтожением Нагасаки и концом войны? Разве Нагасаки не стала жертвой, жертвенным агнцем, закланным, чтобы стать идеальной, совершенной жертвой на алтаре после всех грехов, совершенных разными народами во Второй мировой войне?» Эти слова, это сознание, выражают это воплощенное пророчество, пророчество, которое воплощали Такаси Нагай и его жена Мидори. И мы должны непрестанно прислушиваться к этому пророчеству. Мы должны позволить ему проникнуть в нас, чтобы не жить, выживая посреди трагедии мира. Чтобы не жить, не замечая трагедии мира, трагедий прошлых или нынешних, словно мы отбрасываем их, не замечая, не сознавая, словно нам все равно. Как гробы, по которым народ проходит, не зная того, о чем говорит Иисус в Евангелии от Луки. Так случается, когда мы идем по жизни, не помня о смысле. О смысле, который даже среди худших трагедий задает нам направление в жизни, направление к благой судьбе и позволяет строить настоящее всего человечества, чтобы оно имело будущее и прежде всего, чтобы оно имело вечность. Часто мы заботимся о нашем будущем, но не о вечности. Хронологическое будущее, в котором будет место нашим земным сокровищам. Мы заботимся о том, чтобы у нас были наследники, а не дети, чтобы у нас были хранители того, что мы имеем, но не дети, которым мы можем передать жизнь. Тот, кто обладает смыслом, строит даже на руинах, как это было с Нагай. У кого смысла нет, кто не обладает смыслом, не строит, но не только не строит, но и разрушает дома, построенные на камне. Разрушает наследие прошлого, в котором все было культурой и передавало различные формы человеческого выражения. Нагай был пророком для своего народа и для будущего своих детей, своего народа и всего человечества. Но как раз потому, что мы оказались в этой атомной пустыне, именно поэтому пророчество Такаси Мидори Нагаи — это особый дар, данный нам. Он предложен нашей свободе и нашей нужде, как знак любви вечности. Вечности, которая тревожится за наше время, рассыпающееся в ничто, которая рискует завершиться тщетным разрушением. Нагай на руинах, на пепле, в который превратился его город, и это совпадало с разрушением и испепелением всего, что он построил в своей жизни, как говорила Павла,
с испепелением буквально его жены, нагая на этой пыли, в которую превратилось все вокруг него, взял на себя священническую и пророческую роль. Он принял в свои руки, в свое сердце это разрушение и возвал к духу, как Иезекииль и как сам Христос, умирая на кресте. Нагай взял это все и поднял в приношение Богу. Все превратилось в жертву закланному Агнцу, в жертву любви, любви, которая не принадлежит нам, потому что наша любовь сама по себе не выдерживает перед лицом разрушения человечности. Крест — это единственное совершенное пророчество, которое всегда может совершаться, потому что это пророчество, которое совершается в воскресении. Воскресение — это не просто восстановление. Воскресение восставляет из ничто. С высоты креста и вознесшись потом одесную Отца, Христос вновь выстраивает весь мир, испепеленный злом, грехом и смертью, с новой силой, силой свыше. И вот, говорит Иисус ученикам, прежде чем вознестись в небеса, «Я пошлю вам того, кого Отец мой обещал вам, но вы оставайтесь в городе, пока не облечетесь силою свыше». Евангелие от Луки, 24 глава. Это сила свыше, которую Иисус обещая Святого Духа, это не просто сила, сходящая на нас свыше. Это сила, мощь, которая свыше притягивает нас, вдохновляет нас, возвышает нас, а с нами и весь пепел, к которому свелся человеческий мир. Вот почему одно из самых сильных обещаний, которые дал Христос в жизни, прозвучало, когда Он незадолго до страстей воскликнул: «Я, когда вознесен буду от земли, привлеку всех ко мне». И Евангелие от Иоанна, 12 глава. «Я, когда вознесен буду от земли, всех привлеку ко мне». Он возвещал божественную силу любви, которая через смерть на кресте восставит человечество, привлечет его к его пасхальной славе. Но что это за сила, способная всех привлекать? Что это за сила, если не дружба? Дружба — это самая притягательная сила, которую один человек может проявлять к другому. Прежде всего, дружба — это великая притягательная сила, которую Бог проявляет к нам, ко всему человечеству. Это сила, которая сотворила человека по образу и подобию Божию. Как говорил один цистерцианский аббат в XII веке, он сам есть дружба, Бог сам есть дружба. Мы сотворены привлеченными к Богу, который привлечен нашим ничтожеством, нашим ничто. Ничтожество это призвано быть тем, чем Бог является сам в себе, быть дружбой с Богом. Ничего бы не существовало,
Если бы Бог не был так привлечен нашим ничтожеством, понимаете? Не было ничего, и Бог возлюбил это ничто, и притянул его, привлек его к себе, привлек его в своей дружбе, своей любовью, из чистого милосердия. Милосердие — это все, что притягивает к себе, привлекает к себе ничто, чтобы это ничто стало всем в пламени его бесконечной любви. Поэтому мы не должны удивляться, что даже после атомного уничтожения Нагасаки, в полном отчаянии, достигнув полного физического и психического истощения, впав на время в кому, Такаси Нагай ощутил притягательность Христа, способную не только восставить весь разрушенный город, но и весь мир, испепеленный двумя мировыми войнами. Он пишет: «Все было молчанием. Не слышно было ничего, не было никаких признаков жизни в этой атомной пустыне. На востоке небо было зарено. Казалось, что свет надежды освещал мрак отчаяния». Он остался, он пишет автобиографию в третьем лице, он остался и ждал, пока сердце озарялось, освещалось. В темноте, в тишине он услышал шепот: «Небо и земля придут, но слова мои не придут вовек». Это был голос Иисуса. Что большего, что более сильного можно сказать? Что большего может шепнуть нам Христос, если не слово о Его любви, о Его дружбе? Нет больше той любви, чем отдать жизнь за друзей своих. Вы, друзья мои. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? Ты мне друг. Симон, друг ли ты мне, как я тебе друг? Я, который отдаю ради тебя мою жизнь. Слова Христа, такие слова Христа никогда не придут. Они не могут пройти, потому что Его дружба вечна. И Он не раскаивается в ней, не ограничивает ее. Он полностью верен в этой дружбе. Все может пройти, все может разрушиться, все может умереть. Но дружба Бога с человеком никогда не придет, никогда не умрет. Почему? Потому что именно смерть Иисуса — высший акт Его дружбы. И поэтому в этой бездне трагедии, истории и его жизни Нагай ощущает, что все может пройти, все может быть разрушено, но не возрождающая сила дружбы со Христом, воскресшим из мертвых. И тогда Нагай чувствует, что ему остается до конца жизни жить одним, позволять Господу привлекать его силой своей дружбы. И это и будет той силой, которая позволит возродить все из пепла. Он должен будет только приносить самого себя в жертву, как живой знак притягательности Христа, этой дружественной силы, которая свыше возрождает и вновь выстраивает все и всех.
Какой пример этой универсальной вселенской дружбы являл Нагай в последние 7 лет своей жизни? Он не ограничился выживанием после бомбы. Это было бы для него невыносимо и бессмысленно, когда он все потерял. Такаси жил. Жил полноценно, с невероятной насыщенностью, с сознанием, что жизнь приумножается, если ты знаешь то, что никогда не умирает, то, что делает жизнь вечной, даже когда ты теряешь все, даже когда ты умираешь. Он жил сердцем, всегда привлеченным тем, кто всех привлекает к себе с небес, из креста. Итак, Нагай всех привлекал к себе, но на самом деле, конечно, ко Христу. И это были люди и простые, и бедные, но это были император и папа. Его личность в абсолютной материальной нищете и физической хрупкости стала пророческой личностью, позволившей восставлять разрушенные руины. Исаия говорит: «Господь поведет тебя, Он насытит тебя в иссохшей земле, Он оживит твои кости, и ты станешь как оживленный водой сад, и как источники, воды которых не иссякают. Народ твой восстановит древние руины. Ты восстановишь основания прежних поколений. Тебя назовут строителем дорог». Исаия, 58 глава. Одним словом, пророк дружбы с Богом созидает время и пространство, в которых может вновь начинать жить народ. Народ, то есть люди, объединенные культурой, устремленной ввысь, потому что она привлечена самой величайшей дружбой. Но, живя так, видя, как твоя жизнь полностью привлечена Христом, его жизнь, Такаси осознает, как никогда, что все это чудо бытия Бога, который все творит из ничего, из любви, все это чудо было бы невозможно, не случилось бы без самой прекрасной и самой благородной жизни в его дружбы в его жизни, дружбы его жены Мидори. Я не должен был до сих пор говорить, не говоря о ней. Но она присутствовала во всем, о чем я говорил. Нельзя говорить о Такаси Нагае, нельзя говорить о его призвании, о его миссии, и еще меньше о его святости, не говоря о Мидоре, не говоря о призвании, миссии и святости Мидоре. Без Мидори, без ее «да» Христу, без ее веры, ее молитвы, горячей молитвы, исполненной надежды, превыше всякой надежды, без ее любви, без ее дружбы со Христом и во Христе с Такаси, я думаю, никто из нас сегодня не говорил бы о Такаси Нагае. Никто не ощущал бы его живым другом в собственной жизни. Существует святость, воплощающая святость Духа Святого, святость сокрытая,
словно пребывающее в тени Отца и Сына. И тем не менее, без Святого Духа не было бы никакой святости, никакой любви, не было бы воплощения слов, не было бы и творения, и воплощения Слова в Марии, не было бы Церкви, не было бы таинств Слова Божия, свидетельства, веры, надежды. Без Святого Духа не было бы и самого Бога. Бог не был бы единым в Пресвятой Троице, не был бы любовью. Так вот, Мидори отчасти то же самое в жизни и в святости Такаси Нагай. Мы должны это сознавать, потому что мы ничего не поймем о нем без его жены. Мидори вовлекла Такаси в дружбу со Христом. Она была как Магдалина, апостол среди апостолов. Она вовлекла его в дружбу со Христом, без которой никакое свидетельство, даже самое героическое, никакое знание, даже самое высокое, никакая жертва, даже жертва жизни, не являются пророчеством, потому что не свидетельствуют о другом, не свидетельствуют о мудрости Божией, о жертве Христа, который единственный искупает и спасает мир. Когда святой Павел перечисляет в 13 главе 1 послания к Коринфянам всю тщетность любого дела и любой добродетели, которым недостает любви, он говорит именно об этом, потому что любовь — это дружба Бога, и она воплощается. Во всем пути обращения и веры Нагай, который написывает в автобиографии, роль Мидори ограничивается молитвой и любовью. Мы слышали, что Мидори была очень активной в своей жизни. Она делала очень много дел. Но когда ты читаешь биографию, ты понимаешь, что ее основополагающая роль, плодотворное сердце и миссии состояло в молитве и в любви. Это было пламя, горевшее во всем, что она делала. Лишь немногие слова или простые действия появляются на страницах автобиографии, словно отдельные волны, всплескивающиеся в этой спокойной реке молитвы и любви. И именно эта река помогает лодке Нагаи спокойно и плодотворно плыть к морю. Река несет лодку к морю, потому что в глубине река связана с морем от самых своих истоков. Мидори привела Такаси на вершину свидетельства и самопожертвования ради человечества. А она уже жила всем этим, когда он встретил ее и пришел в их дом студентом. И правда, что такое таинственное и евхаристическое прочтение разрушения Нагасаки, о котором я говорил, он мог это сказать благодаря тому, что видел в Мидори. Какой дружбе, какую дружбу предложила Мидори Такаси? Какой дружбе она научила его? Это не банальный вопрос. Это как спрашивать, какая дружба нужна всем нам, чтобы предстоять перед разрушениями и смертью, позволяя побеждать жизни и любви. Потому что перед лицом атомной пустыни Нагаи, хотя он героическим
образом помогал выжившим, как врач. На самом деле, ни его человеческие способности, ни его профессиональные способности делали его пророком жизни, который никогда не умирает. Такаси главным образом предложил через самого себя, через свою личность и свои книги отношение, иное отношение со всем и со всеми. Он последовал за Мидори в этом предложении миру дружбы с Богом, которую никакая смерть не могут, никакое разрушение не могут победить. Часто зло останавливает нас. Мы останавливаемся перед злом, перед ненавистью, перед пренебрежительным отношением к человеку и к жизни. Мы спрашиваем себя, как нам бороться с этим, как победить. Возможно, достаточно вспомнить, что слова Христа никогда не придут, и что это слова любви. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Давайте приносить этому миру, каким бы он ни был, в каком бы состоянии ни пребывал, давайте нести ему и предлагать ему любовь к Христу. Любим ли мы мир, этот бедный мир, любовью Христовой? Предлагаем ли мы миру, передаем ли мы миру дружбу со Христом? Мидори учит нас своей глубокой, решительной верой, верой совершенно свободной, переданной ей ее предками-мучениками. Она учит нас, что метод этой дружбы, ее суть, ее свет состоит по большей части в молитве и в любви. В молитве через любовь и в любви через молитву. Богородица у подножия креста не делала ничего другого. Она не предложила ничего другого своему распятому сыну и всем детям, матерью которых Иисус, умирая, сделал ее. Святой Кюре из Арса говорил своим прихожанам: «Богатство христиан не на земле, но в небесах». Наша мысль должна обращаться туда, где находится наше сокровище. Вот задача для человека — молиться и любить. Если вы молитесь и любите, в этом состоит блаженство человека на земле. Он предлагал такую аскезу не для того, чтобы его прихожане были благочестивыми и правильными, но чтобы они пребывали в дружбе с Богом и становились людьми привлеченными и привлекательными в силу этого возрождения мира, который делает возможным любовь Христова. Мидори была для Такаси знаком и подтверждением дружбы Бога, которую каждый человек призван выражать, как стекло, которое подчеркивает своей прозрачностью свет, проходящий через него. И это прозрачность святости, любви. Рассказ который выражает всю дружбу Мидори с Такаси, стоило бы выучить наизусть как молитву. Для меня это одна из самых трогательных страниц, которые я когда-либо читал.
о том, как человеческая дружба, какое должно быть отношение супругов, превозносится, когда нищета сердца несет ее к Богу, который сам есть общение и источник общения. Послушаем это свидетельство, которое Нагай написал в момент мрачный и печальный. И он, глядя на жену, как будто оказался перед неопалимой купиной, перед славой Божией. Я сказал моей жене, что я заболел неизлечимой болезнью, и мне оставалось жить всего 3 года. Я сказал это моей жене, единственная радость которой до того момента была в том, чтобы оставаться такой маленькой, той жене, которая так много боролась со мной, в тщетном ожидании, что однажды я стану профессором, и мы сможем жить хотя бы как другие люди. Мидори крепко обняла ребенка и слушала неподвижно. Когда я закончил говорить, она еще какое-то время оставалась неподвижной, а потом встала, пошла к маленькому алтарю, зажгла свечку и, обратившись к распятию, начала молиться. Я смотрел на нее в бессилии. Моя мысль обратилась к Гефсиманскому саду, к той сцене страданий и молитвы накануне смерти, когда Иисус в поту и в крови говорил: «Отче, если угодно тебе, удали от меня эту чашу, но не моя, но твоя воля да будет». Я подумал, эта женщина, которая до сих пор несла тяжелый крест, с сегодняшнего дня должна будет нести еще более тяжелый крест. Спина моей жены вздрагивала в свете свечи, пока она молилась. Это было что-то совершенно священное. Она опустила голову, закончила молиться, подошла и села передо мной, и с улыбкой сказала: «Живем ли, умираем ли, все ради славы Божией. Существует ли более реальная дружба, великая в сердце и вечная в небесах, чем та, которая заключается в том, чтобы осветить друга со слезами на глазах, всей славой Бога в одной улыбке». Che forza e che potenza d'invito ci siamo sentiti rivolgere dai nostri. Какой сильный призыв мы услышали от наших гостей, вновь вспомнив о жизни этих великих свидетелей, чтобы наша жизнь проживалась ради того, что никогда не умирает, и чтобы жить дружбой, как этой притягательностью, о которой говорил отец Мауро. Митинг — это одно из мест, это место, где это происходит. Происходит вот уже 44 года. Это место встречи с красотой, которая ведет нас к сердцу истории. Место, которое становится нашей,
нашим опытом цитата святого Августина, в которой говорится, это место, которое делает из собрания людей народ, связанный общением, благодаря тому, что они любят. И митинг — такое место, оно существует в том числе благодаря вашей поддержке. Я предлагаю вам жертвовать средства, которые поддерживают работу митинга. Спасибо большое нашим гостям и всем хорошего дня. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Thank you.